2021 год, 18 ноября. Ребенок с диагнозом гипоксическая ишемическая энцефалопатия на МРТ, отставание психического развития, приходит к нам и лечится. Сегодня 10-й день лечения. Какие у них изменения, давайте узнаем. Это, значит, заключение МРТ. И подтверждение можно увидеть. Здесь, значит, желудочек увеличенный. Околожелудочная, есть лейкоэнцефалопатия вот здесь вот. Можно, лейкодистрофия есть. Так, остальных частях серьезных изменений нету. Ну, давайте посмотрим, что у них с изменениями. Хоп, нима ўзгаришлар сезяпсизлар? Ўзгариш, энди шу бу ерга келишингиздан олдин. Шу битта қўлчасидан ушласак, қадам ташлармасди. Икки қўлдан ушласак юрарди, бир қўлдан ушласак бир қадам ташарди ёки йўқ, шу йиқилиб тушаверарди, ўзини ташарди. Бу ерга келганимиздан кейин қўл дорилардан кейин, Худога шукр, битта қўли билан бемалол юридиган бўлди. Bir kolundan. Keyin belini ushlagan bo'ldi. Ha, belini ancha yaxshi ushlayapti, o'zini tetik ushlayapti. Ha. Yurishga ham 2-3 qadam mustaqil tashlayapti o'zi. Yurgiz bera olasizmi? Men qanchasi? Qayer yurgizing? Qo'yingni. Qani. Qo'y varinch. Ketdik. Ketdim. Babamga boramiz, ket. Ha. Ha, rahmat. Shunaqa imkoniyat yo'q edi. Тез жүрөдү. Значит, данный ребенок, значит, лечится на санатории Тазахова. Значит, когда 10 дней назад к нам поступил, не держал шею, не держал туловище, не смог ходить. Вот сейчас уже начинает правильно ходить. Конечно, при помощи родителей. Значит, изменения к лучшему они почувствовали. Хоп, я акли томонданчи. Хала акли томонда узгары шо. Интеллектуальном плане нет никаких изменений. Это он мне. Интеллектуально. Беште сөз біләдім? Я. Унча білмайды. Пять слов знает, говорю, нет, говорит, ну, в интеллектуальном плане нет развития, но именно в плане физического развития начал ходить, и у них была спастика. Колеяга тортып турады, да? Битта йок. Битта йок. Биттасын тонус кылдыма да, катты. Катты кылды. Ле кемелгенден кемелди. Олды, знаешь, ошо отурайдык, бел нима кайрылайды паска. Бел кайрылайды, тонус күчтейт белиге. Кемелге белдексе. У них был гемиспазм. Сейчас гемиспазм ушло. Глаза. Сходящий соколак коса глаза было. Это тоже значительно прошло. Аллах спас не ясен, дай Бог вам без оздоровления.